Шесть человек задержаны в ходе полицейской операции в Турции. Все они подозреваются в финансировании так называемого параллельного государства и участии в его пропаганде. По данным местных СМИ, обыски проходят в компании холдинга «Коза» и «ПЕК». В состав корпорации входит более 20 предприятий, работающих в разных сферах – металлургия, здравоохранение, образование, СМИ. Правоохранители также обыскивают дом владельца холдинга Акына Ипека в Анкаре. Сообщается, что ордер на его арест имеется, однако сам бизнесмен в настоящий момент находится за границей. Ранее в Турции были задержаны десятки человек по делу о параллельном государстве. По мнению президента страны Таипа Эрдогана, они стремятся свергнуть турецкое правительство. Обыски по решению суда в компании холдинга будут продолжаться в течение трех дней.